Начиная с 10 ноября 2020 года агентством по разминированию Азербайджанской республики на освобожденных от оккупации территориях от мин и не разорвавшихся боеприпасов было очищено 5430 гектаров. Об этом сообщили на заседании рабочей группы межведомственного центра при координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана. За указанное время было обнаружено 24 925 единиц мин и не разорвавшихся боеприпасов.